До большого сольного концерта в Саровском драматическом театре остается все меньше и меньше времени. Поэтому репетицию Анжелы Дорониной проходят в усиленном режиме. Репертуар уже составлен, осталось только отработать каждый номер, до мелочей продумать образы, справиться с волнением и 31 января выйти на большую сцену. Мне очень нравится, когда идет отдача от зрителей мне, и я им поэтому отдаюсь. И надеюсь, в будущем я буду выступать больше площадках, на таких площадках, чтобы мне тоже давали зрители, и чтобы я шла просто по своему пути. Анжела начала заниматься вокалом, будучи совсем юной девочкой, и сразу начала подавать надежды. Сегодня солистка мечтает выступить на детском Евровидении. Планируется, что средства, собранные с продажи билетов, пойдут на приобретение авторской песни для выступления на главном музыкальном мировом конкурсе. Но если человек творческий, то он, конечно же, хотел бы завоевать самые высокие сцены. И в данном случае Анжела попытается на нашей сцене театра сделать это. А дальше мы уже будем стремиться к новым высотам и новым победам. Анжеле уже удалось заявить о себе на всю страну благодаря участию в популярном проекте «Голос дети». Солистка выступала на международном творческом конкурсе для талантливых городов из присутствия атомной отрасли «New Kids». Неоднократно становилась лауреатом всероссийских фестивалей. Очередной сольный концерт может стать новым витком в ее исполнительской карьере. 31 января в 6 часов в театре у меня состоится мой сольный концерт. Приглашаю вас на него. Я постараюсь вам подарить хорошие эмоции и радостное настроение. Билеты можно приобрести в кассе театра. До встречи! Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24.